В России с каждым годом увеличивается количество ДТП с участием пешеходов. По данным статистики, ежегодно на дорогах страны гибнет от 8 до 10 тысяч пешеходов. Седьмая часть пострадавших остаются инвалидами на всю жизнь. С целью понижения этой ужасной статистики сотрудники ГИБДД ежегодно посещают дошкольные и среднеобразовательные учреждения, чтобы напомнить детям правила дорожного движения. И сегодня инспекторы ГИБДД посетили Конаковский детский сад номер 9, где дети для почетных гостей приготовили множество сюрпризов. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. Важным фактором предотвращения аварийных ситуаций является знание правил дорожного движения. На встрече с сотрудниками ГАИ дошколята не просто показали высокий уровень знаний дорожных знаков, как правильно вести себя на дороге, но и в форме игры показали, что щенка нужно переводить через дорогу, только посредством пешеходного перехода. А также изюминкой этой встречи стали стихи. Пешеход, пешеход, помни ты по переход. Похожий на зебру. Знай, что только переход от беды тебя спасет. По словам педагогов детского сада номер 9, такие мероприятия, как безопасность детей дошкольного возраста, очень важны, ведь именно в детстве ребенок знакомится со всеми правилами, которые ему пригодятся в будущем. И чтобы каждый ребенок усвоил все правила дорожного движения, педагоги стараются находить индивидуальный подход к каждому ребенку. Занятия у нас проходят в виде игры, то есть это развлечение, это эстафеты, это отгадывание загадок, это даже экскурсии на улицу, и мы становимся с детьми непосредственными участниками дорожного движения, потому что мы вместе с ними ходим в библиотеку по дороге, мы с ними закрепляем знаки дорожного движения и учимся соблюдать их. И я думаю, что дети, наши группы будут хорошим примером для подрастающего поколения. В свою очередь, сотрудники ГАИ не только отметили, насколько хорошо малыши знают правила дорожного движения, но и напомнили ребятам, что садясь в автомобиль, первым делом нужно пристегнуться ремнем безопасности. Берем ремень безопасности и себя пристегиваем, да? Это наша с вами, ребятки, безопасность в автомобиле. Давайте, вот раз, два, три, все садимся в автомобиль. И первым делом берем ремень безопасности и пристегиваемся ремнем. Автомобильная и железная дорога представляет собой источник повышенной опасности для любых пешеходов, а особенно для детей, у которых не развито чувство опасности перед движущимся транспортом. Водители, берите!